Отечи и Крестителя Иоанна, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, первоверховных апостол Петра и Павла и прочих всех святых апостол, Илариона архиепископа Верейского, преподобных мучениц Антоний Феодосий Печерский, Сергий Никона, игуменов Радонежских, Иоанна Исповедника, священномученика Константина, блаженного Алексея Юнонского, исповедницы Елисаветы и прочих новомучеников и исповедников земли Иваново-Вознесенские. Oh.
Иисусом захорен и целовал Елисавет. И бысь, яко услыша Елисавет целование Марино, яко презри на смирение рабы своя, се буд ныне ублажат мя все руки. Пресвятая Богородице, спаси нас, превыше пречистый небес, бывший правый палата, прав Божий возложилась и си. Затем и терпим и помянув лицами тебе, друг друга,